možda na početku samo mogli i da istaknemo sami odabir pacijenta usluge koju želi. Znači, često se postavlja pitanje da kod plastičnog hirurga se ide sa definitivno nerealnim željama. Kako oni procjenjuju šta je nekom uopšte izvodljivo i potrebno? Koja korekcija? Часто приходят пациенты и требуют какие-то необычные желания, высказывают. Как у вас происходит отбор пациентов для операции? Дефинитивно е сами одлазак код пластичного хирурга, сами и психологический стресс, и страх, все помешано код пациента. Ведь они приходят, они боятся, и это и стресс. Как вы к этому? Я не случайно привел пример, что я лежал на операционном столе. Не случайно рекол, испричал свою притчу о своей операции. Анализируя наши отдаленные результаты? Когда анализируем наши долгорочные достигнутые результаты. Мы насчитали примерно 30 причин. Мы нашли 30 разлога. При которых и мужчины, и женщины приходят к пластическому хирургу. Когда мужчины и жены долазят от хирурга пластического. Начиная от того, что папе неудобно в силу возраста встречать своего сына в школе. Починим от того, да и тата понекад се стыди, да сачека свог сына у школы. Заканчивая тем, что ведущий экономист фирмы. Завершаем тем, да. Окруженные молодыми специалистками, чувствуют себя неудобно. Наиболее специалисты, рецимо, у некой фирмы, нему неугодно поред молодых коллегениц. Когда я спрашиваю пациента, как изменилась их жизнь? Когда я питам, как уси променился живот код вас после операции? Кто-то говорит, что начал муж встречать. Неко каже да је муж почел да прати и да чека с посла. Кто-то говорит, что изменилась жизнь. Да, живот се меня и некима, рецимо, бизнес се меня. То есть мы предусматриваем какие-то психологические аспекты при беседе с пациентом? Мы обовязно психологические аспекты рассматриваем. И сейчас настолько спокойно себя чувствуем в этой области? И только сад смо сигурны у нашем послу. Что можем не идти на поводу у пациента. И можем, да не слушаем у пациента у подпонности. Не идем. Отказать ему в операции. Ир, доста сучестие нереальные захтивы. И можем, да отбием у пациента, как су захтивы, что кажется нереальные. Если мы считаем, что то, что он просит, ему не поможет. Ако смотрим, да то нече помочь, что он захтева. Вот здесь мы рекли на початку, да доктор Сергей има више од 15.000 операција у дерматохирургија. Колку се често, значи заступени, значи те интервенции, уклонување младежа, атерома, липома, значи рекли смо нешто за меланом, али колку се оние сигурни, колку е таа метода сигурна, значи само уклонување. Насколько правилно удалять новообразование на коже с учетом того вашего большого опыта? Значит, я имею образование онколога. Има специализация онколога. До появления радиоволновой хирургии. При доласка высокофреквентной радиохирургии. У онколога был только скальпель. Онкологи занимали могучно само со скальпелем. Да, и они избегали делать больших разрезов? Они покушавали да не прави великие резы. Потому что после этого был рубец. Спок того, что после того осталось бы ожилок. И тенденция онкологов была наблюдать? И тогда су тенденции онколога были да само прати. В настоящее время промену. Онкологи считают? На данный день онкологи смотрят, что все, что выступает над поверхностью кожи, то, что изгледа как успупчение изнад него кожи, надо удалять. Треба да се склоня. Потому что ни один врач не сможет прогнозировать. Потому что ни один доктор не может да прогнозировать, что будет с родинкой, что че бити с рецимо невусом после инсоляции. Я удалил, наверное, больше 15 000 новообразований.
предпоставлю, да, выше от 15 промена на коже я склонял. Радиоволновой метод позволил добиться не только хороших лечебных и онкологических mm-hmm. результатов, но и эстетических. И радиоталасная метода дозволила, да, не само склонение кау и эстетское исто дел заступлено вам пита. Не само као лечение, али эстетски дел исто. Эстетика, да. Дефинитивно нешто што не може ниједна прича да се заобиђе ако се прича вест о пластичној реконструктивној хирургији, то јесте метода повећања, затезање, смањење груди. Да ли доктор ради ту методу и шта мисли о њој? Што ви думаете о методиках увеличения, уменьшения груди? Методика на сегодняшний день отлично отработана. Отлично разрađена ова метода. Она помогает в лучшую сторону изменить жизнь женщины. Поможе, да, побольше живот жены. И в 25 лет, и в 65 лет. И в 25 година, и в 65 година. Вот, мы используем стандартные мировые импланты. Мы користим импланты стандартные светские. Но наш врачебный подход позволил нам разработать. Наш стручный прилаз дозволил, да, разрадимо специальную схему по профилактике. Специальную схему превентивы. Капсульной контрактуры. Створение капсульных контрактур. А то иначе проблем. Мы сейчас говорим о том, что имплант может стоять пожизненно. Мы причем вот о том, да, имплантат может да се користи, да трае до живота. Он стоит под мышцей? Он симплантира из-под мышцы. Не мешает беременности и кормлению груди. Не смета трудночи и доение уже. Но поскольку имеется гравитационный птоз? Пошто и гравитация постоя. С течением времени грудь опускается? И он до дойки се спуштаю. Что требует дополнительных манипуляций, но это бывает не чаще, чем раз в 10-15 лет. Что может да затраже додатную некую операцию, али то не чаще от 10-15 година и не у всех, в свим случаями. Овде на пред крај емисије практикуемо да и наши студенти могу да поставе одређена питања на aktuelnu temu. Pa evo, zamolio bih studente da uzmu učešće u emisiji i postave eventualno neko pitanje za naše goste. Dobar dan, ja sam Mirza Markeš, student 5. godine Medicinskog fakulteta u Podgorici. Želeo bih da pozdravim sve goste u studiju. Imam pitanje za doktora, šta misli o metodi ugradnja balona unutar želucu u cilju sprečavanja nastanka gojaznosti. Hvala. Balonje. Этот метод является частью... Сейчас, извините. Этот метод является составной частью программы похудения данного пациента. То есть, ова метода є дел борьбы со вишком килажи. Она заключается в том, что с помощью эндоскопа. Она є остварюється с помощью эндоскопа. После измерения объема желудка. После мерения объема желудка. Туда вводится баллон и вводится жидкость. Вводится баллон и течность. Вводится жидкость примерно на 1/3, на 1/4 объема желудка. От прилики, кое попунява 1/3 или 1/4 объема желудка. У пациента постоянная тяжесть в желудке. А пациент осечает константную тяжину желудца. И у него меньше аппетита, меньше желания есть. Тем все сманивают аппетит и железохрану. То есть это на сегодняшний день самый щадящий метод в этой секторе хирургии. На данный день то и наиблажа метода коррекции вишка килограмм. Этот метод дополняется обычно диетой. То есть дополняло обычно с диетой. Диетой, спортом, фитнесом. Со фитнесом. Фитнесом, и мы предупреждаем пациентов, что когда они похудеют. И мы увек упозорим у пациента, когда он смерша. У них обязательно все провиснет. Обязательно будет опущение кожи.
И надо обязательно подождать 6-8 месяцев. И треба сочекать тут 6-8 месяцев. Для того, чтобы кожа подтянулась. Ради того, да си кожа мало затягнет. И может быть тогда вообще не надо ничего оперировать. И можно найти, ведь и потребно ничто да си оперишь. Да ли я могу ovom методом, извиняюсь, за неких 3-4 месяца изгубить 20 килограммов? Можете придумать? Возможно ли за 3-4 месяца потерять 20 килограммов, как говорят? Это очень резкое похудание. То и превыше нагло смаршавление. Я думаю, что по всей видимости, с врачебной точки зрения, 25 килограмм надо терять за год. Иначе, смотрю стручности, за 25 килограмма можешь изгубить наибезопаснее току годины дана. Вот то это интервал. Возможно. А то и могуче. Evo, имамо ли еще питания за наших гостей? I mene zanima kako je vaše iskustvo sa uklanjanjem ožiljaka kao i neželjenih tetovaža. Što skažete o udaljenju rupcov i šramov i tetovaža? Na kafedri mi zanimajemo se keloidnimi rupcami. Мы се бавимо отклонением килоида на катедре нашей. Мы разработали лекарственную схему. Мы с мужем разработали одну фармацевтическую схему, при котором в организме уже больше не образовывается килоидных рубцов. Кое иначе излечит пациента от створения килоида. После этого мы делаем пробную шлифовку рубца. Онда мы лечим тай килоид. Если килоид вновь не образовывается. А кон выше не Выше синествара. Мы его шлифуем вровень с кожей. Мы его пеглаем на него у кожи до постани. И после того, как проходит острый период. И после первого периода. Предлагаем пациенту это место закрасить либо татуажем. И после того предложишься, да, си то направить татуаж на том месту, дабы си боя, кое си променила, си постала истой боя, как либо, кожа. Может быть, нарисовать какую-то картинку. Или он, да, предложим, да, направим новую татуажу. Что касается татуировки глубокой. Что си тичи глубокого татуажа. Который проникает в зону роста кожи. Кое продире у зону роста кожи. Роста кожи. То при удалении этой татуировки на этом месте всегда будет рубец. Кад се склоня татуажа, увек остае ожилек. То есть мы убираем все красящее вещество. Мы склоняем сву бою. И предупреждаем пациентов, что по контуру этой татуировки может остаться рубец. И увек опозорим пациента, да, че остать ожилек. Поэтому в ряде случаев мы просим художника исправить картинку. Часто мы замолим только стручника за татуажи, да, поправи ту самую татуажу. И избегаем вариант шлифовки. И трудимся, да, то не радимо, да не исправляем.